Всем добрый день! Мы студенты из Колумбии. Живем и учимся в Казани. Это красивый город из богатой истории и культуры двух народов. Сказка называется «Шурале». Это отрицательный герой из родной Лечему. Он весь покрыт шерстью. На льву у него торчит один рог. Но самое страшное, у него очень длинные пальцы, которыми он может сочекотать до смерти львову и тому встретиться в лесу. Давайте, все, кино. Один молодой травосек отправился в лес. Срубил он большое дерево и только собрался погрузить его на телегу, как вдруг перед ним появился страшный шурале. О горе мне, кто встретит шурале в лесу, домой не вернется, сочекочет его проклятый бес. Но я человек, я должен быть хитрее. Что ты здесь делаешь? Кто разрешил тебе брать деревья с моего леса? Скоро будет холодно. Людям нужны дрова. Неужели тебе жалко всего одно дерево? Дам я тебе дерево, если ты поиграешь со мной. Давай, пошекочемся. Очень я это дело люблю. Хорошо, только помоги мне работу закончить. Видишь бревно? В нем топор и широкая щель. Держи ее пальцами, чтобы она не закрылась. А я ударю еще раз и раскалю бревно. Хорошо, я согласен, но потом пошекочемся. Засунул шурале пальцы глубоко в щель, а хитрый джигит топор-то и вытащил. Прищемило пальцы шурале, кричит он на весь лес. Ой, помоги, больно пальцы мне, что хочешь спроси, все сделаю, только пусти. Нет, не верю я тебе. Обманешь меня. Лучше я пойду домой, пока не стало совсем темно. Скажи хотя бы, как зовут тебя? Меня зовут и в прошлом году. Прощай. Уезжал дровосек, а шурале остался у дерева. Кричат и плакат. Прибежали другие лесные духи. Спросили. Что случилось? Что за крик? Ой, спасите, помогите, обидел меня злодей. В прошлом году. Успокойся, помальчика, нам от крика не втерпёшь. Прищемлём в году минувшем, что сильнее, чем орёшь.